Друзья, всем привет! С вами Екатерина Юрочкина. Сегодня я вам покажу лимфодренажную гимнастику для похудения. Если вы встаете с утра и у вас отеки, вы хотите от них избавиться, вы хотите похудеть, делайте эту гимнастику каждое утро. Лучше всего на пустой желудок. Итак, давайте начинать. Первое упражнение. Ноги на ширине плеч. И мы начинаем поднимать руки наверх. Резко. Раз. И ударять себя по легким. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Выстреливаем руки. Семь. Восемь. Хлопаем себя по бедрам. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Повторяем. Раз. Два. Три. Обязательно ударить себя локтями по ребрам. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три. Растопыриваем пальцы наверху. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Последний раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующее упражнение. Подняли руки наверх. Сжимаем и разжимаем кулак. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Продолжаем. Сжать, разжать кулак. И поднимаем руки наверх. И опускаем. Еще раз поднимаем. Обязательно сильно сжать, сильно разжать кулак. И опускаем. Еще раз. Вниз. Последний раз. И опустили. Встряхнули руки. И теперь мы будем выбрасывать руку вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стучим руками. Раз. Хлопаем в ладошки. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Потрясли руками. Трясем наверху, не внизу, не по сторонам, а именно наверху. Трясем. Угу. Опустили, немного отдохнули. И теперь как будто одеваем перчатку на руку. Одну руку подняли наверх и одеваем перчатку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Постучали подмышкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Другую перчатку одеваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Постучали подмышкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отдохнули, вздохнули, подышали. И теперь руки поднимем наверх и представим, как будто это ветви деревьев на ветру качаются. В любую сторону качаются. Делаем так где-то минуту. Они могут качаться в разном направлении, хаотично. Качаем. Еще.
Еще немного. Опустили. И теперь следующее упражнение. По спине будем делать. Раз, два, руки в кулаке. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, хлопочки по спине. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Руки на пояс, круговые движения ногой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стучим по паховым зонам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стучим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стучим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Последний раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь сгибаем ногу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 И последнее упражнение. Будем стучать пятками. Руки наверх. Поехали. И раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь. Еще делаем. Где-то минуту стучим. И закончили. Итак, друзья, мы проделали лимфодренажную гимнастику, которую мы можем делать для похудения с утра. Если вам понравилась эта гимнастика, пишите мне в комментариях, что конкретно вам понравилось, какое упражнение. Но если вы хотите делать утреннюю гимнастику со мной каждый день, подпишись на мой курс «Утренние зарядки». Пиши в комментариях «Хочу зарядки», я вам пошлю всю информацию. До новых встреч! С вами была Екатерина Юрочкина.